поле. Тоже как будто бы и не было. Давай. Чтобы ноги не потели, вот там этот пенал остается. Из него, может, мыло делаю там или что. Как детская присыпка, чтобы мозолей не было. Все вот так стельки промазываем. Берем прямо вот так сюда. Засыпаем сапожки. И тоже на носки вот это все. Протрясем, короче. И у нас вода, если жесткая, она получается у нас мягкая. И, короче, если даже где-то и трение образуется, то ноги у вас всегда от мозолей будут защищены. Тем более вот эта штука будет, когда идти выходить, и также будет отгонять клещей, что пота, запах пота не будет, и клещи не будут лезть и на сапоги, и получается, что как бы профилактические меры вот этой штукой, присыпкой, короче, от костра, вот эта зола, короче, остается, пепел зола, очень хорошая штука. Там на мосоле лежит. Ну, пользуйтесь. Если натерли, то тоже взяли, золы вот это достали, где на натертое место посыпали, и мозоли не будут вас мучить в тайге. Йог будем сейчас пить. Вон как красиво все тут. Пихтулушка. Росла. Вот я ее вот с таких лет знаю. Вот эту пихтушку вот с таких лет. Да, Федорович? Вот такая она, наверное, была. Ну, маленько побольше. Ей лет уже, ух ты. За полтинник-то стопудово есть. И пеплом тоже ножки вот так, чтобы мозоли не было. Те места, где мозоли. Вот это промажем все для профилактики мозолей. Вон он, недалеко пенников. Вот так. И все, одеваем сапожки. Красотища. Чашечку чая с утреца, хорошо. Интересная трава. Ну все, берем рыбку, делаем сагудак. Ну, вот. С нижней части ему распорим брюшко. О, и ну, после того, как спороли, нужно обязательно под сагудак посмотреть вот эту штуку. Печень, видите, если она хорошенькая, то тут видно, она хорошая. Никаких включений нету. Вот желчь. Значит, она под сагудак пойдет. Если какие-то крапинки в печени или включения, то она под сагудак не пойдет. Также посмотрим сейчас заодно, чем питается хариус, чтобы определиться со цветом обманки. Вот. Вскроем желудочек. Ну, видим, в основном одни будут ручейники. Вот. Потроха убрали, потом делаем надрезы вот тут, надрез вот так, чтобы снять кожу. Тут надрез сделаем. Вот. Ну и сделаем вдоль спинки, можно надрез сделать, но он в принципе не обязателен. Так вот сделаем. И тут тоже вдоль вот этого плавничка должен быть разрез. Вот так вот. Вот. И теперь все. Вот за эту часть берем. Вот за эту часть смелее. Вот. И просто начинаем снимать кожу. Вот так вот. Вот так вот. Вот кожа сейчас, посмотрите. Вот она полностью. Вся кожа у нас сходит. Вот. Маленько. Вот за этот теперь полничок. Вот. Одна часть получилась. И с этой стороны также глубоко копнули. И вот так пошли. Вот она. Вот видите. Так. Тут тоже надо отщипнуть маленько. Так. Вот так. И вот у нас рыбка остается. Вот такая вот. Видите? Спиной плавничок и рыбочка. Ну, теперь осталось только нам ее нарезать. Так.
главных ребетик, хоп, подрезали. Ну тут если крупный харис, то вот такие насечки надо делать под сагудак. А тут у нас нормальный харис, он у нас не крупный, поэтому вот так получается, вот такими очищаем. Вот так вот. Так, сделаем. Ну и хвостик отрежем еще. Вот тут прорезь сделаем. Тут надо сломать ее вот. Вот что у нас получилось, ребятки. Вот такая штука. Ну и соленая. Можно просто в целлофановый пакет ложить. И целлофановый пакет трясти или об что-нибудь бить. У нас две чашки есть. Ну, берем. И теперь трясем. Больно. Раз, чтобы как соль туда вошла. Вот он, через 10 минут можно уже пробовать. Вот будет вкусно. Через 20 минут будет еще вкуснее. А через 30 минут наш сагудак достигнет максимума своего пика вкуса. Вот такая штучка. Эх, какая красотища. Готово. Сагудачик готов. Приятного аппетита. Вон какие кусочки смачные. Я сильно-то не это. Обычно ловим здесь. Вот тут. Но все равно, Димка, вовремя. Какая сучковые капы вот эти. А где это капы? Вот. А капы вот маленькие вот эти. Вот скала какая. Здоровая. Зацепили мне. Сейчас будем вытаскивать на. Так, не бойся сейчас, тихо, подожди. Ну-ка, убери, убери. Так, надо отдавить. Сюда, на. Вот. Ну вот, сейчас сняли. Имша только вот сходит, вот она. Ну, капы какие. Эти. Капы, не капы. Ну, похоже, что кап. Это красивое. Ну давайте посмотрим, ребята. Вот какая. Вот какая. Вот он такой. Вот такой. Вот он. Малыш. Да. Пузатый. Пузатый. Красавчик, конечно. Эх ты. Эх какой. Толстый, толстый. Слышь, шоколадки. Вот он. Давайте отцеплять его. На какую взял, давайте посмотрим сейчас. Взял на верхнюю, по-моему, обманочку. Так, сейчас отцепим. Да, на верхнюю взял, скорее всего. Так, грузик. Грузик. Напутал, напутал тут. Вот если леска тонкая, будет, короче, путаница. Ну вот, на вторую. На черную вот, на такую взял. Засекся, видим, четко. Ну вот. Засекся четко. Давайте отцеплять его. Ну, рыбку надо сразу усыпить, чтобы она не мучилась. Оп, оп. Вот так вот. Так, что там? Ух, какой! Балуешь. О, ох, какой мощный, а? Ну, мощный какой. Ну, вот такой он у нас. Ну, а что, как, на какую взялся, посмотрим. На какую взялся. Мощный. Ну, взялся на первую, цвет обманочки, сейчас посмотрим, нифига не видно, обмывать надо, на первую, ладно, снимем его сейчас,
на такую взялся. Вот такой цвет. Такой красавчик. Ой, ребята. Это кабана. 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 Ну, это вообще добротный. Да? Вон какой. Взял сразу на нижнюю. И она зелененькая, вот такая вот, цветом. Вот. Здоровая, здоровая особь. Вон какой он. Красавчик, конечно. Тоже красивый. Здоровый. Вон какой. Красоткин. Вон какой кривун. Федорович пошел. Сказочный лес. Ну какой красивый. Красивое место. Да, первый раз вообще, да. Первый раз идем. Ого, вырвал. Не удержал. Ну. Так, а мы как пройдем? А? Вот и переправа. Но. Мы как пройдем. Так же. Вау. И вон, одну завалить. Но. Вон все так. Касками. О, поставили преграду. А, преграду поставил. Шлагбаум. Замрак. Да, вырос лес. Хорошо. Вот сосенки хорошие, хорошо. Стоят, да? Но. Они не толстые. Но. И вот сюда я шумануть. Вот сюда. Опускаю, ну да. Да что ты пускаешься? Вот домой дошли. Чик закипел, дорогой. Сейчас чаю выпьем.